Привет, друзья! С вами LG опять. Мы находимся в World of Tanks. Давайте поиграем. Прошлое видео не очень сильно зашло, поэтому я решил сделать еще одно. Давайте сыграем. В принципе, мне просто прикольно. Иногда я захожу так вот на пару боев там, ну, покатать немножко. И почему бы не записать и не выложить это на канал? А вдруг кому-нибудь понравится? Мало ли. Сегодня постараюсь не гореть жопой. Погнали, попробуем. Начнем с 430-го в ранговых боях. Да, в ранговых боях я попытаюсь не гореть. Еще скажите, что вы мне поверили. Угу. Ладненько. Сейчас мы с вами, наверное, поедем куда-нибудь направо. Я заметил, кстати, что YouTube очень сильно пожал качество видео. Прям вот вообще. Прям хардкорно прожал. Вот, поэтому я даже не знаю. Ну, я попробую это видео, наверное, вот это вот, которое сейчас сниму, я его обработаю как-нибудь. Вот, и по идее, YouTube не должен точно так же обжечь. Вот, сейчас я, в принципе, вполне спокоен, то есть я хорошо себя чувствую. Такое умиротворенное состояние. Я как бы никакой агрессии абсолютно не проявляю. Просто зашел поиграть в танчики. Вечером зашел поиграть в танчики. Так, все правильно, С7 делает. О. Ну, это был, конечно, выстрел на шару на самом деле. Но, теоретически, может быть, через каточек могло пройти. Ну, я просто в каточек не попал. А вот у Е100. Никаких проблем с этим нет. Е100 стреляет фугасами. Воу, 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 а ты чё? А, я думал, он туда уехал. Так, ладно, я понял. Интересный геймплейчик. Еще всякие ЕБРы в меня стреляют. Ну чё, на, получай тогда. В ответ тебе. И вообще, ты сейчас отсюда не уедешь никуда. Это я тебе гарантирую. Дружочек. Все, до свидания. Ну... Бесит, конечно, такие дауны, что тут скажешь. Просто мудак, он просто приехал, выстрелил в меня зачем-то. Помешал мне проехать, подсветил тут всех. И умер. Как бы на И7. Он сколько раз он выстрелил? Он один раз, по-моему, только выстрелил в меня, и все. Больше он никого не пробил и ни в кого не попал. Просто, ну, просто типичный даун. Вот. 48%. У меня вот 49, даже я так не играю. Типа, ну, бля. Ну, это вообще, как бы, жестко. О. Это кто сейчас в башню так получил? Так, а чё, ПТ-шек там нет? Или есть? Ну, проверять на самом деле не хочется, но... Наверное, может быть, можно давить. А пусть давит 268. Мне как-то не очень хочется это делать. А, вон бачат поехал. Все, 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 наши поехали. Нормально. Продавили. Ой, а у нас там тоже продавили. Жестко. Ой, блин, хорошо, что тимдамаг отключили. Так, нам бы надо возвращаться. Хотя 8-2, в принципе, это победа. Только я, по-моему, без шеврона останусь таким. Надо срочно настрелять домашки. Возвращаемся на базу. Без домашки нет бумажки. Я прям так это насквозь вижу. Блин, сейчас всех расстреляют. Мне ничего не достанется опять, как обычно, а? Понимаете, тут какое дело? Слишком далеко стоишь, тебе не достается урона при победе. Слишком далеко стоишь, ты ничего не успеваешь настрелять, пока не начнется слив. А едешь вперед, например, танковать там ради БТР или еще чего-то, то тебя быстро сливают первым. Вот и удачные бои получаются только те, где удается выдержать, так сказать, золотую середину, вот. Чтоб такого не было. То есть где получается... А почему я его не вижу? А, он за горой. Ну, блин. Логично. Ну ладно, по-моему, мне по этим тяжам получится пострелять немножко.
Я думаю, они будут не против. Здравствуйте, ребятки. Нет, ну, все правильно, конечно. Да, да, правильно, конечно. Можно стрелять по всем. Так, ладно, я спокоен. Все хорошо. По правилам китайской медитации, я спокоен. Все хорошо, ничего не случилось. Все равно это победа. И шевроны я никакие не потеряю. Поэтому мы спокойненько продолжаем дальше играть. Наверное, сыграю сейчас на 13-105. А вот и второй бой. На той же самой, кстати, карте, на которой мы играли самый первый бой позавчера. Какая хорошая карта. Здесь абсолютно неизвестно, что надо делать на ЛТ. Ну, то есть, как бы, теоретически я должен подсветить перекатку, но практически я должен умереть ради того, чтобы кого-то подсветить. Вопрос такой. Надо ли мне это делать? Ну, я один-единственный ЛТ в команде, поэтому, наверное, надо. Ну, может быть, я даже выживу. Давайте попробуем. Хотя, если туда приедет Шеридан, у Шериданов угаснется. Как бы проблемы Шеридана волнуют только Шеридана. Вот, поэтому будем стоять вот здесь и всех просвечивать. Хоп, о, пошло жара. Правда, это светит ТВП, конечно, больше, нежели я. Вот Шеридан. Держите Шеридана. Уезжает, уезжает. Я рассматриваю 13-105 как такой мини-вариант бачатика. Опа. О, без засы... Обзор, дорогие друзья, у меня обзор, блядь, вот до сюда. Обзор вот до сюда. Я ЛТ. У меня должен быть хороший свет. То есть, хороший свет. Кустов здесь никаких нет. Здесь вот голая местность, вот, можете посмотреть. Здесь никаких кустов абсолютно нету. Никаких кустов. Тем не менее, меня абсолютно без засвета расстрелял огроменный тяж. Прожетта, 430-й. Танки не самая лучшая маскировка, я хочу сказать. Ну что ж, давайте играть дальше. Ранговые бои радуют меня своей сбалансированностью и адекватностью. Итак, друзья, мы в третий раз пытаемся пожрать говна как следует. Я уже два боя пожрал говна, я думаю, вы это заметили. Это хорошие бои были. И мы продолжаем в третий раз. Нет, не удивляйтесь, я не выпил 10 таблеток антидепрессантов, прежде чем поиграть в эту игру. Я просто пытаюсь быть спокойным. Да, давайте попробуем. Так, третий бой. Играем. Надеюсь, здесь меня не будут убивать огромные тяжи. Со 100 метров без засвета. Ну, как это было в прошлом бою, да, например. 100 метров. Ну, там не 100 метров, конечно, но все равно. Гораздо ближе, чем максимальный радиус моего обзора. Стояли танки просто на пригорке и расстреливали. Почему просто на пригорке? Я объясню. Почему? Вы думаете, наверное, что они стояли там за холмиком, играли от башни через кусты? Нет. У 430-го пушка не опускается. У объекта 277 пушка не опускается. Соответственно, для того, чтобы вот таким вот образом пострелять в меня, как это сейчас произошло, им пришлось бы выкатиться на пригорок. А если они выкатились на пригорок, то они должны светиться. Но они не светились. В этом и заключается замечательность механики света. И потом разработчики пишут, что... Отыгрывайте роль вашей машины, и вы сможете получать больше опыта. Да. А на деле вы сможете получать больше
говна в лицо, если будете отыгрывать свою роль, пытаться хотя бы. У меня такое чувство, что эти танки я мог бы засветить, только если бы я вплотную прям приехал туда и попробовал что-то. О, ну вот, вот, ну вот, пожалуйста. Смотрите, он еще и фугасами, наверное, стреляет, да? Вот его подожгли, а он даже не загорелся, понимаете? Ну просто, как вот это объясняем? Объясняется тем, что сюда приехал 430-й и стреляет, вот прям тут стоит. Я не могу с ним ничего сделать, потому что просто мне мешают. Вот этот вот приехал, молодец. Вот, ну, бля. Понятно, ясно. Я один раз на шару попал, все, значит, я больше тут не нужен. Если меня прогоняют, я поехал. Раз не нужен, я не буду настаивать. А, ну... Да, да. Да, 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 у нас на базе уже стоит Паттон. Да. Не-не-не, ребят, я спокоен. 1-4. Все нормально, нет. Почему? Ничего не случилось. Я буду охранять сзади. Давайте, ребят, держитесь. Всяких посягательств в виде паттонов. Просто все играют на голде. Или на фугасах. Видите? Здоровых людей практически нет. Одни инвалиды, которые не умеют пробивать. Ну что там, С7? Что, С7 стоит там, нет? С7. Светись. С7. Ты где? Ага, все, он там. Понятно. Он все еще там. А мы здесь до сих пор не можем убить 430-го, да? Я правильно понимаю? Я правильно понимаю этот геймплей? Счет 4-5. А, где все танки, непонятно. Такое чувство, что всех убили. Как вы можете заметить, 80 до 90% карты сейчас уже занимают враги. А счет 4-5. То есть у них всего на один танк больше. Как-то получается. Ага, вот семерка. Нет, подождите, стоп, другая семерка. А та где? Что, там стоит, что ли, до сих пор? Да, в натуре. Да, он меня пробил, ребят. Он меня пробил. Я после боя обязательно посмотрю. У меня есть мод, в котором можно посмотреть, куда залетело. Ну. А, ну голдой. Конечно, голдой стрелять. Еще один персонаж без мозгов, к сожалению. Вот. Ну. Это, ребят, так жизнь устроена. У человека отсутствуют мозги. В принципе, как орган. Атрофирован. Вот. Вот видите, меня уже стреляет 2-6. Хорошо, что он меня не пробил. Я вот уже тоже голду зарядил, потому что я просто уже хочу. Пошу. Ну, почему так происходит? Вот он стреляет на голде. Господи, какие хорошие ранговые бои. Давайте еще один бой попробуем. И мне что? Здоровым в это играть нельзя. Трезвым в это играть нельзя. Смотрите, у меня 2 победы, да. Но что это были за бои? Давайте попробуем, ладно. Вы видели, да? 4-5, а противники каким-то образом заняли большую часть карты. Магия! Как так происходит? Непонятно. Итак... Мы пытаемся 4-й раз пожрать говна. На сей раз мы жрем говно на карте Париж. Я, наверное, думаю, я поеду налево жрать говно.
А куда мне еще ехать? Давайте попробуем. Танк-то имба. Как и 430. Как и 13-105, тоже, кстати, неплохой танк. Я на нем по 5к настреливал. Не, не по 5. По 3, по 1000. По 3000 настреливал точно. Ребят, если у вас в жизни все хорошо, все спокойно, и у вас никаких нервотрепок нету, у вас никаких нет проблем, у вас все замечательно, и вы хотите какого-то экстрима, адреналина, так сказать, пощекотать свои нервы, запускайте в ранговые бои 2020 World of Tanks. Безусловно, вам понравится это. Я уверен, вам понравится. Вот смотрите, сюда приехала вся команда. Сюда приехала вся команда. Просто здесь все. Гена, Стас, Турбо, Дюша, Метелкин. Ну давай. Вот так, молодец. Вот, смотрите. 268, объект 4 заехал на позицию ЛТ. А почему бы и нет? У меня такое чувство, что К-91 сейчас просто в тихом ахуе стоит и такой... Что это вообще? Как такое вообще возможно? А почему это произошло? Почему наша команда допустила, чтобы сюда приехала ПТ? Да если бы вы в 2012 году сказали о том, что ПТ заедет на центр убивать СТ? Да даже нет. Даже в каком-нибудь 2014-м это было повергло, шок повергло любого человека, который играет в танки. Чтобы ПТ приехал убивать СТ на центр. Так, никогда такого не было. Ни в жизнь. Просто. Ну, опять же, это вот реалии World of Tanks 2020. Чего тут я могу сказать? В Road of Tanks, да. На. Ну вот видите, несмотря на то, что мне везет, как бы с боями и с командой мне не везет. Ну вот это как бы первый бой получился, в котором более-менее что-то играется нормально. Сейчас я заряжу фугасы. Потому что я заряжаю фугасы, ребят, не для того, чтобы просто настрелять урон, заметьте. Я не для этого заряжаю фугасы. Я зарядил их для того, чтобы добить вот этого парня. Сейчас меня будет подпирать еще 113-й. Смотрите, какой молодец. Ну что ты? Чего? Чего? Вот у нас С7 уже приехал. Видите, вражеский? Прям сюда приехал. Держите, ребят, их там. Потому что если вы их прорвете, они прорвутся сюда. Это все. Это будет фиасочка. Братишка. У меня фугас. Ты такого не ожидал, да? Не ожидал фугаса, правда? Мой юный друг. Так. Почему? Он что, танкует, что ли? Или что? Я не понимаю, почему вы не можете его убить. В чем ваша проблема, люди? Почему вы не можете его убить до сих пор? Почему он по-прежнему жив? Все, убили его. Ну, слава тебе, Господи. О, СТБ приехал. Смотрите, какой молодец. Вот 705-й приехал. Сейчас он мне выдаст. Нет, не выдаст. Пацан немножечко соснул писюлянцы. Опа, а я спрятался. А, я спрятался, я в домике. Бля. Ребят, вы не обращайте внимания на эти кривления. Просто уже нервы ни к черту. С такой игрой. Ну, в принципе, могу авторитетно заявить, что в этот раз я говна не поел. В этот раз я поиграл в танки. Я поиграл один бой. Вероятно, за счет того, что в меня не фокусили. Меня не стреляло в ПКД арта. Мне давали пострелять по танкам. Я как бы... Вы не скажете, что это сейчас тупо бой на стрела был. Просто это игра, в которой... Тебя не фокусят постоянно. Вот. Вот. Сейчас это меня постоянно не фокусили. И видите, я нормально прожил. Ну да, я потерял какое-то количество ХП.
Но я настрелял 4200, я вполне доволен. Такие бои должны быть. Вот такие вот. И такой бой должен быть каждый, а не один из 10. Вот, хороший бой, образцовый пример, так сказать. 928 опыта, второй по урону, да, и по бою, по дамагу вообще первый. Основной калибр бы взял. Ну, по традиции, давайте попробуем еще разочек на этом танке сыграть. Может быть, получится что-нибудь. А это карта черных властелинов. Вру, конечно же, коричневых властелинов. Коричневых говноедов, говнометов. Хорошо, что их тут мало. И по идее сейчас должно быть бодрое тяже СТ-шное Рубилово в городе. Ну, если особо одаренные, конечно, не поедут сейчас на зеленку. Просто я видел тяжей, которые при наличии трех арт, человек на Е100 или на Т5 Хэви, например, да, он едет вот сюда. Ну, просто, чтобы вы понимали. На Т5 Хэви при наличии трех арт ехать на зеленку. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю? Вот, меня засветили. Вот, ну вот как? Как? Это, чтобы меня вот здесь засветили, он должен был проехать вот здесь. Но он тут не ехал. Так, а что у меня все лагает-то, я не понял. Эй, что за дела происходят? Чё творится? Алло. Алло. Кто-то обновляться, что ли, задумал, или чё? Почему все лагать-то так начало? Ой, ой.